Приветствую вас, мои дорогие рыбы. Этот ваш расклад на октябрь месяц. И первая карта, мои дорогие рыбы, для вас – это Верховная Жрица. Верховная Жрица здесь показывает. Вы, если сказать для женщины, мудрая женщина. Благодаря вашей мудрости, благодаря то, что вы знаете, как поступать, даже благодаря то, что вы знаете иногда даже именно семейное, вот то, что вы знаете, как правильно распределить вот именно ситуации, вот поставить правильно, вот четко вот то, что вас касается. У вас получается, что у вас именно семейное, как бы идет по воде. Знаете, здесь еще могу сказать, что для кого-то здесь может информация идет, рождение детей, то, что или хотите забеременеть, или как бы тайно пока скрываете, что вы беременны. Как бы у вас идет эта информация, то, что оно у вас есть. Она как будто или в мысли, или она происходит, то, что как бы, или сильно хотите. Вот именно то, что тема детей, вот сейчас у меня идет рыба. Следующая карта, мои дорогие, посмотрим, что это касается у нас. Это карта Луны. Карта Луны показывает, что вы даже бы хотели забеременеть, но вы в страхах, вы боитесь чего-то. Вот вы пока, знаете, тайно скрываете это, потому что хотите это. Здесь может то, что вы не уверены в партнере, который у вас рядом есть. И то вы думаете, я хочу второго ребенка или первого ребенка, а я не знаю, это получится или не получится, захочет это он или не захочет. Вот как будто вот такая то, что вы у вас в голове, она вот происходит, вот, знаете, как бы и туда, и сюда. Вот ну, такое ощущение. Следующая карта, мои дорогие, для вас, рыбы, это семерка пентаклей. Семерка пентаклей показывает то, что вы взращиваете это в вашем голове, вы этого хотите, но пока идет как бы то, что вы не уверены все то, что... Но я могу сказать по этой карте, эта карта тоже показывает семерка пентаклей, она карта детей. Я могу сказать, может, смело не бояться, если хотите это, чтобы у вас было, вы можете это как бы ваш цель вот поставить, что у вас как бы это получится. Следующая карта, мои дорогие, для вас. Это карта семерка кубков. Семерка кубков и показывает, что вот ваши страхи. Вот ваши страхи. Луна показывает то, что вы боитесь чего-то. И вот семерка тоже показывает то, что вы как бы чуть-чуть здесь фантазируете. Что-то, то, что у вас происходит. Но могу четко сказать, что это как бы вы никому не говорите. Вы как бы держите в себя. Вы пока не решили никому это сказать. Или то, что вот как бы открыть эту тайну, как сказать. Следующая карта, мои дорогие, это на середине месяца Верховный Жрец. А Верховный Жрец показывает то, что верьте в себя. Потому что рядом с вами, даже если у вас есть вторая половинка, он может дать ту веру, которую вы даже поверьте, то, что у вас все будет хорошо, то, что у вас это получится, то, что вы будете как бы, даже вот то, что если касается здесь беременности, то, что я вижу, то, что у вас будет эта беременность протекать хорошо. Вот именно вот такая информация, я не могу это не сказать, потому что оно такое идет. Следующая карта, мои дорогие, это карта Солнца. Опять карта Солнца, это показывает именно опять семейная карта, именно карта детей. Вы тайно скрываете, вот именно в октябре месяце вы как будто захотите откроить вот эту тайну, прояснить эту ситуацию, поговорить, вот сказать вот то, что вас вот именно вот приводит в такое состояние, что вы как бы, страх, то, что здесь еще могу сказать, что здесь идет тема такой, что кто-то из вас из-за того, чтобы не потерять человека, близкого человека, вы думаете именно тайно забеременеть, что вы думаете, что так может сохранить вот именно отношения, которые у вас есть, или то, что у вас могут именно эти отношения счастливые, они будут, если появится у вас ребенок. Следующая карта, мои дорогие рыбы, для вас на конец месяца. Это король кубка. Король кубка и показывает то, что вы переживаете именно внутреннее ваше состояние. Вы как будто... И вот почему я сказала, что женщина больше, потому что вы будете...
ну, думайте про любимого человека, если он что-то вот будет поддерживать вас, то, что вы захотите что-то сделать, если вы захотите здесь вот именно, я не знаю почему, но тема детей, тема вот, я не могу сказать, ни работы, ни отношений, а именно касается именно тема детей, то, что если ваш любимый человек рядом, будет согласна, вот если, будто вам нужно, еще может быть то, что вы должны в конец месяца, вот октября, то, что вы должны прислушиваться к какому-то мужчину, вот именно то, что вам дадут какого-то мудрого совета, как правильно вам поступить в эту ситуацию. Следующая карта на конец месяца — это двойка кубка. Двойка кубков и показывает то, что у вас есть близкий человек, у вас есть человек, которого вы можете полностью доверять, которому можно полностью вот, сказать то, что у вас именно изнутри, вот то, что у вас происходит, вы можете вот, вот ему сказать это. Следующая карта, мои дорогие, возьмем карту совета. И что вам высшие силы подсказывает на конец месяца для вас, мои дорогие рыбы? И карта Туз Пентакли. Туз Пентакли показывает здесь новые какие-то возможности, какой-то шанс у вас дается для того. Еще так скажу, то, что идет по тема для кого-то, если захотят забеременеть, если то, что потребуются какие-то финансы, именно не как бы где-то, где вы поедете, и вам именно вот эта сумма понадобится для того, чтобы вы забеременели. Вот такая информация идет, я не могу об этом не сказать. Конечно, это общий расклад, но для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале.